Новосибирскую область. Пятеро детей и двое взрослых, по уточненным данным, получили травмы при лобовом столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем на трассе. Авария произошла этим утром на Чуйском тракте в районе поселка Ленево. Микроавтобус вез детей на соревнования по плаванию в Барнаул. По предварительным данным, ему навстречу выехал автомобиль «Хонда», в котором находились три пассажира, в том числе трехлетний ребенок. Помимо детей в возрасте от 10 до 11 лет, в микроавтобусе были двое взрослых сопровождающих. Все участники ДТП получили травмы, но остались живы. Сегодня утром на трассе М-51 в 8:50 по новосибирскому времени поступила информация о столкновении двух автомобилей. А в результате дорожно-транспортного происшествия 18 человек потребовалась помощь, включая 12 детей. Все они находятся в Искитимской районной больнице. По информации, поступающей из медицинского учреждения, угрозы жизни детей отсутствуют. На месте работают психологи МЧС, Главного управления МЧС России. Причина обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в настоящий момент устанавливают инспекторы ГИБДД. По полученной информации, на микроавтобусе «Газель» дети двигались в город Барнаул для участия в соревнованиях по водным видам спорта.